никогда не видела, чтобы не было деревьев совсем. Вот. И у меня такое ощущение было, что в каком-то кратере страшном. Если завтра война, если завтра пойдем, если темно... Отработал под землей 28 лет. Шахтер ходит в шахту каждый день. И каждый день не рискует жизнью. Каждый день. Норильск, конечно, уникальный город. Настолько уникальный, что я вообще считаю, что он город, поставленный здесь насильно. В Норильске вы ничего не увидите исторических. Все это было, ну, как говорится, секрет на секрете. На самом деле, в Норильске мы живем как в клетке. В смысле? Ничего не увидишь, кроме кучи снега, панельных домов и завода. Грубо говоря, ничего не увидишь. Жизнь в Норильске, она очень сильно отличается от жизни в других городах. Потому что действительно такое ощущение, что ты на Луне живешь. Available now on video on demand.